Рыбоводческие организации Корейской Народно-Демократической Республики создают хороший опыт. В Буманском рыбопитомнике в Сухине провинции Северной Фанге разрешили проблему корма с помощью природного белкового корма и добиваются снижения себестоимости и повышают экономическую рентабельность в рыбоводстве. На Унхасском рыбозаводе при Министерстве рыбной промышленности внедрили целесообразный метод откорма и ухода для снижения заболеваемости сажальных рыб, непрерывно повышают уровень технической квалификации рабочих и получают больше малявок. На Расунском рыбозаводе построили систему подачи кислорода и теплой воды с помощью подземной воды, упрочивают материально-техническую базу для выращивания разновидных рыб, в том числе тропического карася, внедрили передовую технологию рыбоводства и обеспечивают наукоемкости в работе. В рыбоводческой ферме с сетчатыми отсеками Сунгёского района города Пинян подобрали подходящие породы рыб для реки Тедон и повышают научность работы.